можно характеризовать первый тайм? Очень грязно играют ребята. Разбитый нос, судья плохо видит, очень сильно в ноги бросаются. Ну а по игре все-таки, если по взять? По игре хорошо просто. Ребята хорошо играют, в принципе, нормально. Играть можно. Ну как думаете, забьете? Постараемся. Майн, скажи, пожалуйста, как вот сегодня вы проиграли, ну как бы твой уровень игры сегодня был достаточно хороший, что можешь сказать, почему не получилось у команды? Да, несложно было, несложно играли, все было трудно играть, команда хорошо сыграла, но так получилось. А вот если взять первый, второй тайм, в чем отличие? Ну они больше додавляли, ну задавливали нас, не могли мы нормально провести атаку, ударов даже не было. Так. А вот скажи, что тебе не хватало, вот, чтобы дойти до ворот до конца и сделать удар? Пробежаться метров 10. Ну, с партнерами нормально было? То есть... Ну да, в принципе, нормально. Нормально, да? Хорошо, спасибо. Юр, сегодня победили, уверенно победили. Скажи, пожалуйста, за счет чего? За счет того, что узнали, что можем выйти на третье место вроде как. Ну, самоотдача. Проиграли в сезоне пару игр таких обидных и ничего сыграли, поэтому сейчас решили все-таки обратно к цели, к той идти, которая была постоянно в начале сезона. Занять тройку лидеров. Скажи, пожалуйста, новая команда, что ты посоветовал ребятам? Я посоветовал бы играть и не уходить с лиги. Вот так, может, они там проиграют несколько матчей, может расстроиться, чтобы не меньше. Нет, там Виталик Жуков, сильный лидер, так что насчет этого можешь не беспокоиться, а вот чтобы по-футбольному, да. Чтобы не травили друг друга. Может, там после игры как-то. Но в игре я заметил, они там вроде как сначала пихали, я не знаю. Ну ж, обидно, я по себе знаю просто. Когда такое, то сразу расстраиваешься, никакой уже не футбол. Ты думаешь о чем угодно, но только не о футболе. Почему в пенальти пробивал Богдан Лавринович, а не кто-то другой? Да, было время я пенальти бил, а потом что-то меня команда скинула. Хотел ударить второй, а второй ударил у нас Гетьман Евгений. Ну, короче, думал третий будет, но все-таки сложилось так, что два пенальти. И то, спасибо. Ну, ладно, Артем, я не буду отвлекаться, извиняй. Толь, ну ты только скажи, пожалуйста. Не хочу я говорить. Итак, кого ты сегодня считаешь фаворитом, вот только честно? Никого. Дома, то есть, равное, да? Духовное возрождение. Духовное возрождение. Я считаю фаворитом, да. Угу.